Запас угля для коммунальных котельных с ограниченным сроком навигации выполнен на 100%, на 98% в целом по республике. Такие данные озвучены главе КОМИ на рабочем совещании по подготовке к зиме. По информации поставщиков услуг населению, работа проходит в плановом порядке. Как результат, более половины котельных уже успели оформить свою готовность документально. Испытано на местах 88% всех тепловых сетей, выдержали проверку на прочность 85%. Активно продолжается замена коммуникаций. Пристальное внимание губернатора обратил на Воркуту. Там на местном ЦВК не без трудностей завершается большая реконструкция. Уже через месяц предполагается, что объект будет готов к приемке газа. Таким образом, впервые город будет отапливаться на двух видах топлива. Запас мазута, к слову, уже сформирован. Следующая в очереди на модернизацию, напомним, Воркутинская ТЭЦ-2. Перевести ее на голубое топливо планируется к следующему году. Сергей Гапликов, как сообщает его пресс-служба, поручил Константину Лазареву, курирующему отрасль ЖКХ, держать вопросы подготовки к новому отопительному сезону на особом контроле.